это para todos da Rússia. Добрый вечер, друзья! Я хочу представить нам наших мастеров и наших лидеров, кто с нами сегодня находится. Франциско Руберто, мастер интернационал-дистрибьютор Португалия. Рядом Жозе Бейрау, еще один мастер-дистрибьютор интернационал Португалия, Латинская Америка. Ласло Микита, лидерская группа «Лидер», который равен мастеру-дистрибьютору Венгрия, Чехия, Польша. Елена Синякова, надеюсь, тоже лидерская группа, которую мы все знаем. Юрий Мезин, Португалия, Украина. Все, ребята, я попросила сегодня дать нам свой взгляд, свое видение наших мастеров для того, чтобы сделать обзор конференции, которая прошла в субботу. Итак, Франциско. Окей, desejamos um bom 2019 a todos os que estão na Rússia neste momento. Прежде всего, пожелаем всем хорошего нового года 2019 всем нашим партнерам, россиянам. И queremos fazer convite de Portugal. Quando puderem. И хочу пригласить всех в Португалию, когда кто сможет. Venham conhecer Portugal, que temos sol muito fantástico para todos. Почему? Потому что Португалия – это страна, где кто приезжает сюда, все видят солнце фантастическое, которое нравится всем. И agora dizer uma coisa. Em 2018 houve algo que não correu bem. И хочу сказать, что 2018 год – это год, который для некоторых не был хорошим годом. Todos acreditamos numa empresa, na Eagle Beat Trade, e que infelizmente não funcionou como nós queríamos, todos nós. Мы все доверились компании Eagle Beat Trade, и к нашему несчастью не случилось то, чего мы достойны, чего мы ждали. Nenhum de nós teve culpa, nenhum membro. Никто из нас не имел, не виноват в этом вопросе, никто из нас не вел нас к этому концу. Mas infelizmente alguém não se portou bem dentro da Eagle Beat Trade. Но скажем так, что некоторые из организаторов проекта, ну, не вели себя достойно для того, чтобы всем партнерам дать то, что обещали. Mas boas notícias. Но хорошая новость. Tudo mudou porque por mais negro que possa ser o dia. Но говорит, хорошая новость в чем? В том, что все изменилось в сегодняшнем дне. А sempre novo dia. И сегодняшний день, он на сегодня уже принес следующий день нашей жизни для нас. Que pode trazer esperança. Которые принесли нам надежду. Quando encontramos uma pessoa com bom caráter. Потому что мы встретили человека, com исключительный потенциал характера. Okay. И foi em boa hora. И это был добрый час. Que chegou até nós o nosso presidente Cláudio Henrique Barack Obama dos Anjos. Потому что мы встретили Cláudio Henrique dos Anjos Barack Obama. Que aceitou que todos os membros que estavam com uma grande interrogação, que é onde está o nosso dinheiro? Он подтвердил слияние с очень большим на своей платформе с очень большим количеством партнеров, которые имели очень большой вопрос, куда же исчезли наши деньги? И он surge com uma frase fantástica. И он в жизни живет согласно одной фантастической фразе. Então, José, falar um pouco sobre as nossas moedas. José немножечко сейчас расскажет нам относительно наших монет всю информацию. Nós temos 4 moedas. 4 монеты. Eagle Social Gold Coin. Eagle Social Gold Coin. Time is money. Time is money. Agrocoin. Agrocoin. Эко-коин. Vou falar primeiro. Первое, это наша основная. Sobre Eagle Social, Eagle Gold, Social Coin. Gold Coin. Eagle Social Gold Coin está agregado à nossa mineradora. Eagle Social Gold Coin поддерживается нашей золотодобывающей компании. Que nos vai dar lastro à nossa moeda. Которая дает реальную физическую стоимость нашей монете. Porque a nossa moeda vai estar agregada à grama do ouro. Потому что наша монета равна стоимости 1 грамма золота. Cada moeda que vai ser emitida da Eagle Social Gold Coin. Каждая монета, которая имеет название Eagle Social Gold Coin, vai estar agregada a 1 grama de ouro. Будет равна 1 грамму золота. Que vai estar alocado no cofre.
подарок, гарантия наша монета. И будет вот этот грамм золота будет храниться в отдельном сейфе, банковском сейфе, который дает подтверждение каждому коину. Подар ластру наша монета. Давая физическое обоснование стоимости нашей монеты. Portanto, a nossa moeda nunca vai baixar o valor da grama de ouro. Наша монета никогда не может стоить ниже, чем 1 грамм золота. Para vocês entenderem, a nossa mina neste momento tem mais de 400 toneladas de ouro. Чтобы вы понимали, наша шахта, золотодобывающий рудник, имеет залежи более 400 тонн золота. Para dar garantia à nossa moeda, que são emitidas 500 milhões de moedas. Поэтому, естественно, могут гарантировать выпуск 500 миллионов монет. То есть гарантировать это количество более-менее необходимо 200 тонн золота. Portanto, temos garantizado a nossa moeda. Поэтому, естественно, наша монета обеспечена золотом. Portanto, vou falar agora da próxima moeda. Следующая монета наша. Que é Time is Money. Time is Money. Time is Money, o nosso presidente Cláudio Henrique Barack Obama. Time is Money, наш президент Cláudio Henrique Barack Obama. Diz que minutos é dinheiro e dinheiro é minutos. Озвучил так. Деньги это минуты и минуты это деньги. Por quê? Porque ele tem a Telepop. Почему? Потому что он имеет собственную операторскую компанию Telepop. Que é uma empresa de telecomunicações. Компания телекоммуникаций. Em que nós vamos poder converter os nossos minutos em dinheiro. Потому что мы сможем, благодаря этой компании, наши минуты превращать в деньги. E que nós, através do governo da China, и начиная от поддержки правительства Китая, para dar garantia à nossa moeda Time is Money, для того, чтобы дать гарантии нашей монете Time is Money, comprou 500 milhões de minutos. Опа! Тоже для меня новость. Это вот некоторые мастера знают больше, чем я информации получила. Так вот, правительство Китая на сегодняшний момент уже купило 500 миллионов минут времени от оператора Телепоп. Как вы думаете? У нас есть гарантия нашей монете? Enki, a nossa moeda Time is Money, uma moeda é um dólar. Потому что наша монета Time is Money стоит одна монета 1 доллар. Vou falar agora sobre a Agrocoin. Немножечко поговорим относительно Агрокоина. Como o Cláudio fez um acordo no Mercosul. 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 Acordo. Acordo. Fez um acordo no Mercosul. É um acordo Mercosul. Explica demais o que é. Em que existe uma plataforma criada por ele que faz a ligação entre o produtor e o consumidor final. Já percebi. Я поняла, что хотел сказать. То есть, что поддерживает нашу монету Агрокоин? То есть, Клаудио является сопрезидентом платформы. Меркосу – это платформа, которая соединяет в своем информационном поле производителей и потребителей. Так вот, являясь сопрезидентом этой платформы, он на сегодняшний момент знает потребности потребителей от производства продуктов питания. Em que esta plataforma consegue reduzir entre 20 a 40% dos custos dos intermediários até ao consumidor final. Эта платформа, которая уже существует, работающая платформа, позволяет на 20% уменьшить на сегодня потери произведенной продукции от производителей к потребителям. Em que também faz com que o produtor consiga reduzir 10 a 20% dos desperdícios da produção do produto. При этом производители на сегодняшний момент могут уменьшить затраты и само производство. ID Identification do Cláudio Henrique Barack Obama dos Anjos. No polegar. É a marca do nosso presidente, que é o nosso logotipo.
Прежде всего, нужно сказать, что ID Identification – это что? Это прежде всего его лицо, это его отпечаток, вы видели, показали палец, это и есть подтверждение идентичности, аутентичности бизнеса ID Identification. Это палец, это отпечаток президент, большого пальца президента Клаудио Эдрик Барак Обама. Não é só dedo, o presidente quer deixar a sua marca para todos os membros neste ano de 2019. Это не просто отпечаток, это марка, это подтверждение, это его класс, который подтверждает качество компании для всех партнеров нашей компании и нашей жизни в 2019 году. Com todas as empresas que o presidente colocou ao nosso dispor. То есть все компании, которые президент предоставил на нашей платформе. Com o maior banco de criptomoedas que existe no mundo nas Bahamas, que é do Cláudio. Как наибольший банк криптовалюты, собственность Cláudio, который зарегистрирован на Багамах. Com banco físico que comprou no Brasil. Как физический фиатный банк, который он купил в Бразилии. Com a mina de ouro e a mineradora. Как месторождение золотоносной жилы и компания, добывающая золото в Бразилии. Com as empresas que tem no Brasil, Inglaterra, no Dubai, nas Bahamas, brevemente em muito mais países. Как и другие компании, которые зарегистрированы в Бразилии, на Багамах, в Англии. В ближайшее время это может быть Россия и другие страны мира, где открываются подразделения. O que temos agora? Что мы имеем сейчас? Negócios reais. Мы имеем реальный бизнес. Empresas reais. Реальная компания. Quatro criptomoedas reais. Четыре криптовалюты абсолютно реальных. Minador real. Абсолютно реальная золотодобывающая компания. Banco real. Банк реал, реальный. Exchange real. Реальный обменник на базе банка. Pessoas reais. Абсолютно реальная наша структура. Президент real. Реальный президент, именно президент. Que vem deixar a marca para todos nós, pagando-nos neste ano 2019, mudando toda a nossa vida. Который подтверждает своим отпечатком, что мы все, как партнеры, изменяем, финансово изменяем свою жизнь в течение 2019 года. Então se preparem. Поэтому приготовьтесь. Porque o dinheiro está aí para chegar. Потому что деньги уже в пути к нам. Todas as nossas equipas. Все наши команды. Todos os nossos membros. Все наши партнеры на ID Identification, в ID Identification vão poder agarrar a sua vida, мы сможем взять в свои руки свою жизнь финансовая, финансово tudo pode começar a aumentar, финансово начнем увеличивать в большом объеме и vamos trazer sorrisos para todos. И самое главное, принесем улыбку для всех. Ой, жала, папарсейруш. Смотрим, да, все. Os nossos amigos, a nossa família, os empresários, pessoas do governo, todos podem vir para a ID Identification seguros que vão ter a maior oportunidade deste ano. Без стеснения, абсолютно каждый, предприниматели, простые партнеры, домохозяйки, люди бизнеса, люди правительственной администрации, любой человек может прийти и с уверенностью остаться в бизнесе, в защищенном бизнесе, в подтвержденном бизнесе ID Identification. И este ano eu vou à Rússia. В этом году я еду в Россию. Quero sentir o calor da neve. Я, говорит, хочу почувствовать тепло снега. Okay. Acredito, и верю, que o lema que a nossa vice-presidente do passado sempre disse, хочу верить в тот лозунг, который наша вице-президент всегда говорила. Juntos somos mais fortes. Вместе мы сильнее. И este ano de 2019, в этом году 2019 será o ano da superação. Это год супер с большим количеством сюрпризов. Mas também de encontrarmos uma empresa. Мы встретили в реальности одну компанию, que nos vai dar alegrias durante muitos, muitos anos. Которая даст нам радость жизни много-много лет вперед.
Portanto, se preparem. Поэтому приготовьтесь. Porque este ano vamos todos brindar na Rússia. В этом году мы все будем поднимать тосты в России. Zero de todos nós. Получил ноль инвестиций от всех нас. Tem investido muito dinheiro neste momento. На этот момент он инвестировал очень большую сумму. И tudo vai mudar para todos nós já muito breve. И изменения этой работы, результат изменений мы получаем в сегодняшнем дне, в очень скором времени. Все увидим, что это нам дает. Eu vou permitir que o meu colega Márcio José Beirão fale bocadinho do Cláudio e depois já fale mais alguma coisa. Francisco сейчас передаст слово Жозе. Почему? Потому что он, Жозе, как он сказал, люблю Клаудио, влюблен в него. Чем больше узнаю, тем больше влюблен в этого человека. Поэтому он немножко нам расскажет о нашем президенте. Потом мы вернемся к нашей конференции. Olá, pessoas da Rússia, estamos juntos aqui em Portugal, juntamente com o Master Francisco, Master Irina e toda esta liderança. José приветствует всех россиян вместе с нами, с мастерами Франциско, мной и всей нашей лидерской группой. Onde eu vou falar pouco sobre o nosso presidente da Identification. Хочу поприветствовать нас всех и немножечко рассказать о нашем президенте ID Identification. O nosso presidente Cláudio Henrique Barack Obama. Наш президент Cláudio Henrique Barack Obama. É uma pessoa que é empresário de sucesso em várias áreas. Человек, который является бизнесменом успеха в различных направлениях. Que vai desde a área das telecomunicações até a uma mineradora. Начиная от бизнеса в телекоммуникациях до бизнеса добычи золота. Além de ser uma pessoa muito conceituada dentro das Nações Unidas. Человек, который очень известен в Соединенных Штатах. Também neste momento é presidente do Comitê da Paz. На сегодняшний день он является президентом комитета по миру. Ou ser uma pessoa que está diretamente ligada às Nações Unidas. Человек, который по очень многим вопросам связан со многими комитетами Соединенных Штатов. Tem a consciência que os países neste momento têm problema em mãos. Человек, который благодаря своему несознанию, благодаря своей активности в общественной деятельности, помогает очень большому количеству людей по миру избежать бедности. Que a maior parte dos países sabem que a segunda maior poluição do mundo. Потому что очень большое количество стран в мире, которые имеют наибольшее количество жителей именно в этих зонах. É o plástico. И в странах в этих наиболее загрязненный воздух от производства вредных составляющих это пластик. Em que uma das empresas que faz parte do grupo de empresas representadas pelo Cláudio, во многих проектах, которые в мировом масштабе были представлены как бизнес Cláudio, PLA Investment. Это присутствие технологии PLA Investment. Это презентация новой технологии био Рециклажность биорастворимого пластика. То есть это разделенный мусор. По всему миру это номер один проблема. Мы знаем, что такое разделение мусора на сегодня. Это задача номер один во всех странах. Вот эта технология применяется при переработке разделенного мусора и создании биоразлагаемого пластика. Além de ter empresas ligadas à parte da reciclagem, ele é presidente da Cruz Vermelha no Brasil. Presidente da Cruz Vermelha no Brasil. Eu sabia. Это тоже для меня новость. На сегодняшний момент вот я тоже для себя некоторые вещи узнаю новые. То есть во многих компаниях, работающих с разделением мусора в Латинской Америке, в Бразилии, Cláudio является президентом. То есть мы знаем, что эти компании, как правило, связаны с Красным Крестом. Да? Так вот, Cláudio является председателем Красного Креста в Бразилии. И também faz parte da representação das Bahamas no Brasil.
como cônsul honorário. Вместе с тем является представителем, сопредставителем президента ассоциации Багамские острова и в Бразилии. Это консул. Онорарио. Онорарио, онорарио, традузир. Публику. Это публичный консул представительства Багамских островов в Бразилии. И também faz parte da interligação entre Brasil e China. Вместе с тем является связующим звеном в коммерческих отношениях Бразилии и Китая. И também faz parte da interligação entre a conjugação entre o Brasil e Argentina. América Latina, os países da América Latina, é? Só Argentina. Argentina. Argentina, porque o Brasil e Argentina rivais. Я не знала тоже, что у Бразилии с Аргентиной, оказывается, имели очень большие проблемные отношения длительное время. Так вот, его роль в установлении дипломатических